Папа, я хочу вот этот вот. Я хочу вот этот вот. Сегодня у нас 24 августа. Да. Ты пришла с садика уже давно. Да. Поспала, упала с кровати, да? Да. Воткнулась. Плакала, да, как? Да. Или забыла уже? Забыла. Забыла? Да. А здесь не болит? Болит, конечно. Точно болит? Да. А муж не болит? Болит. Боит? Не надо. Ты почему так делаешь? Ничего себе. Вот это Валентин Николаевич. Ребятки, здорово, здорово. Мы сейчас в деревне находимся. Короче говоря, не дает мотоблок нам скучать. Сейчас, в общем, какая проблема? Проблема заключается в том, что замучились менять место на место ручки. То есть бьет в отдачу, и при этом иногда бывает, короче, один стартер его ушатали. Вот. Сейчас попробуем эту проблему устранить. На выпускном, по-моему, там получается... А, на впускном клапане 0,25, а на выпускном 0,15, по-моему, да. Короче говоря, что нужно сделать? Нужно разобрать крышку. Вот эту клапанную. Верхнюю мертвую точку я нашел уже. Сейчас снимаю эту. Чтобы добраться до клапанов, не нужно бояться их регулировать. Будем хоть будь это Ребята, всем здорово. Все копают сегодня картошку. Мы сегодня в деревне. Вот, а я чиню свой автомобиль. Вчера пока ехал в город, было такое ощущение. Вот, в общем, едешь, чуть газольку даешь больше, она глохнет. 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 Тяги нету. Такое ощущение, как будто фильтр забился. Сегодня вот с утра разобрал фильтр. Он здесь сзади находится, в принципе. Отклеилось это герметиком, там все было заделано. Сейчас буду снимать. Вот. Отцепил фиксаторы. Фиксаторы здесь крепятся. Вот нажимаем мы вот с этой стороны и с другой стороны одновременно. У меня, конечно, получилось вот набор у меня из этих, как у нас, из отверок. Вот он. Не знаю, видно, не видно. В общем, видно. Короче, сейчас его вытаскиваю, этот фильтр. Вместе с насосом. И посмотрим, сколько там говна и грязи. Так, в общем, достал фильтр, сейчас его куда-то на чистое место
есть у меня вот такой вот стульчик. Есть там какие-то вон плавают. Всякая чепуха, но я не знаю, что это такое, конечно. Он видно, не видно. Тут вон какие-то хлопья, бля. А что там? Видишь? Мусор. Да. Вот здесь идет, попадает, наверное, да, когда? Нахер его знает. Так, народ, собрался я до насоса. В общем, я его разобрал. Все, вот тут вот сбоку вот. Вот оно крепление. Вот оно крепление. Это просто поддеваю вот этим отверткой и, по сути дела, оно выходит. Так, народ, добрался я до насоса. В общем, я его разобрал. Все, вот тут вот сбоку вот. Вот оно крепление. Вот оно крепление. Это просто поддеваю вот этим отверткой и, по сути дела, оно выходит. Сама суть, в общем, ясна, я думаю. Ну, можно этот датчик снять. Даже не можно, наверное, нужно. Просто ужас. Вот какой черный. Так, сейчас я включу эту. Такое же последовательно ставлю на место. Все.
Итак, всем привет, привет. Сегодня 5 сентября, у меня сегодня день рождения. Много теплых слов, пожеланий. Вот, всем спасибо, друзья. Вот, очень приятно слышать столько приятных действительно слов. Вот, поэтому очень много подарков. Вот, подарили родители с деньгами. Вот, но еще подарили, когда я ездил в деревню, сегодня я в городе. Вот, потом супруга вместе с моими родителями, ну там с деньгами получилось, сложились и купили мне большую карту памяти, внешний накопитель. Вот это, ну, для моих, как бы сказать, целей. Вот, и еще в нагрузку любимая моя жена, моя супруга, моя Лесенька, подарила мне 45 минут тайского массажа в салоне. Вот я сейчас как раз туда приехал. У меня запись 11:30. Половина, говорю, третьего. 11:30. В общем, сейчас время 11:11, сейчас через минут 10-15 я пойду уже. Потом, как я выйду, я уже, ну, не стану записывать. Вот там, а уже, наверное, расскажу на своих эмоциях, вот как мне делали массаж и какие удовольствия я от этого получил. Ну все, всем спасибо за внимание. Ждем дальнейших указаний. Так, находится он здесь вот на Карбышево, возле Ашана. Вон недалеко, вон там, твой тай. Вот клиника. Есть такой кормышок. Помещение здесь новое, как я понимаю. Вот, будет, я думаю, комфортно. Не раз, конечно, в своей жизни я такого массажа не получал. Вот, где-то, наверное, не где-то. Еще года нет, как мне сделали операцию на позвоночник. Вот, у меня была грыжа левосторонняя, вот, диска L5 и протрузия диска L4. Грыжу вырезали, вот, прошло где-то, наверное, месяцев 10. Сейчас я хожу нормально, но все равно какие-то свои еще, как бы сказать, последствия есть всей этой канители. Вот, по утрам просыпаюсь, бывает такое, что и тяжеловато, вот, но единственное, что на сегодняшний момент мне это помогает, это гимнастика, зарядка, больше здесь ничего есть. Такие уже комплекс моих упражнений, которые я для себя, как бы сказать, скомповал. Вот, первое это... такое упражнение, второе это такое упражнение, ну и три, скорее всего, наверное, упражнения, если вам будет интересно, вот я покажу. Вот, ну, все, речь плавненько перешло, все, как сказать, в демагогию, поэтому, наверное, идем.